Олег Кожемяков встретился с выпускниками-стобальниками по ЕГЭ. Губернатор принял участие в торжественном приеме, пообщался с ребятами и поздравил их с высокими результатами. Напомним, количество выпускников-стобальников Приморья выросло с 29 до 36. В этом году сразу 5 человек получили 100 баллов по химии, 2 по физике, по русскому языку 16, по литературе 8. Двое выпускников получили высший балл по двум предметам одновременно – русскому языку и обществознанию, и русскому языку и литературе. Во время встречи выпускники задали губернатору несколько вопросов, в том числе о наиболее актуальных в крае профессиях. Горизонт настолько в Приморье широки и необъятны, что в каждой профессии важен специалист. А если он такого уровня, как вы, то вас просто с руками, с ногами возьмут и будут нести дальше, дальше совершенствовать. Потому что, ну вот смотрите, край там 1 900 000, вот, то есть 200 тысяч учащихся. У вас там 23 человека, да? Да. Вот. Вот считайте. Какой процент? 0,01. Правильно? Вот таких звездочек, как вы. Поэтому ваша востребованность очень высока. Вот. То есть, и надеюсь, что все вы найдете в себе применение, будь ли то там. У кого как по душе, кто-то, может, на образование пойдет. Обучившись здесь, будет преподавать студентам. То есть на тех кафедрах это тоже очень интересно и тоже познавательно совершенствовать себя. Поэтому у вас, знаете, как Высоцкий говорил, весь мир на ладонях, ты счастлив небом, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Поэтому вперед и в добрый путь. Мы вас всегда ждем.